А это я у Даниила в комнате. Получили 2 дня назад, мы получили биту, значит, это bad. Цена вообще, вот мы заплатили, Даниил нашел, они со Стивом долго искали. Вообще ее стоимость $500. $500, он начнет вот новый сезон, и причем будет тренировать Стив. И сейчас уже Стив, вот он всю прошлую неделю организовывал, значит, целую команду по баскетболу. Он сейчас тренирует по 2-3 раза в неделю. Вот у них по 3 где-то раза в неделю. Это возраст Даниила. То есть свадьба, это было как дополнение к нашим общим нашим обязанностям. Вот эта бита, значит, $350 на уценку. То есть по скидке 100 я лично со своего кармана дала, остальное вот Стив с нашего бюджета выделил, и он заказал, Даниил нашел. И я дала Даниилу $100 на покупку клитцев вот для бейсбола. И так, и с таксов, вот, значит, мы таксы сделали, и деньги, которые получили с таксов, вот, мы поделили со Стивом пополам, и свадьбу я лично дала на Артуру и Валюше, оплачено вот там, все, что я там платила, это где-то $500, потому что $100 мы тоже заплатили этому вот пастору тоже. И мы со Стивом не любим, мы понимаем, что нельзя жизнь take it for granted, нужно быть благодарным, нужно понимать. Церковь не принадлежит пастору, там есть совет, старейшин. И все, что делается, это нужно смотреть и зреть в корень, и никто вам ничего не обязан. Вот, Даниилу я купила за свои деньги, вот $500 стоил вот этот телевизор со всеми прибамбасами, установил Стивен, и Стив нашел вот эту мебель, шикарная, значит, $100 мебель, это уже Стив платил, вот, и комната преобразилась, вот, дополнилась у Даниила, и мне очень нравится, и вот сейчас ему нужно купить новые бутсы для этого вот, для бейсбола, и, да, представляете, вот по $500 такие вот, ну вот по 350, это качественно, это его возраста, чтобы вот играть, и, конечно, униформа, которая, каждая футболка стоит вот там с надписями, со всеми по $60, да, и, да, вот это вот куда мы вкладываем деньги в наших детей, в их образование, в их спорт, в их интересы, и моя кофточка на мне, я за нее заплатила $3, купила я в Skempers магазине, она мне очень нравится. Помолилась, постиралась, она бэушная, выглядит как новая, и она мне очень нравится, $3 или $4, не больше. И я ее брала с собой во Флориду, вот, смотрите, какая классная, вот, и вообще, вот, всем замечательного дня!